Готовим чизкейк Нью-Йорк. Дорогие наши любимые, этот десерт знают все и любят все, но не все знают, как его просто можно приготовить. Вот здесь, на простой домашней кухне, может сделать каждый. Так, что нам нужно будет в первую очередь? Так, я буду готовить вот для такой формочки 21 сантиметр. Я на нее сделал... Да, хорошо, да, это же буду готовить, да. Это надо готовить? Да. Я это и буду сейчас готовить, да. Так, форму я на дно формы поместил пергамент. Для нашей основы нужно вот такое вот печенье. Ну, вообще подойдет любое вот печенье. Можно даже крекер соленый взять. Вот я взял вот такой песочный. Сейчас нам нужно его поломать. Растолочь. У меня, к сожалению, комбайна нету. Вот, я это сделаю сейчас сначала руками, потом возьму. А потом возьму обычный погружной блендер. Или попробую толкушку. Сын, лимончик не мне. Вот разломал вот до такого состояния. Комбайна нет, можно взять вот такой вот блендер погружной. И аккуратненько это дело измельчить. Вот такая вот консистенция должна быть. Сейчас что мы делаем? Мы берем. А, кстати, печенье у нас здесь 280-300 грамм, где-то так. А здесь 120 грамм сливочного масла. Сейчас нужно нам это просто все смешать и получить как бы вот такое вот тесто. Так, кусочки крупные остались, вообще ничего страшного. Сейчас мы из нее будем делать дно и стенки нашего чизкейка. Так, для этого нам понадобится стакан. Сейчас половину вот этого всего мы кладем на дно. Аккуратненько распределяем. Видите, как все просто делается. Потом берем стаканчик и вот так вот придавливаем. Уплотняем наше дно, делаем его плотненьким таким. Все, дно готово. Стаканчик оставляем в серединке. И остальное вот так по кругу раскладываем. Ближе к стеночкам стараемся ложить. И стаканчиком берем вот так вот и распределяем по стенкам. Ребята, смотрите, как красивенько. Вот. Кто-то отправляет это дело в духовочку. Да, доченька. Все, идите гулять. За морозку в холодильник. Да, за морозку. Так, кто-то в духовку отправляет, а мы наоборот отправим в холодильник. Пока будем делать наш сам чизкейк, мы вот эту формочку отправим в холодильник. Друзья, вот у меня творожный сыр или сливочный сыр. Вот он маленечко подсоленный. Это сыр по типу Филадельфия. Так, что мы делаем? Мы в него высыпаем 150 грамм сахарной пудры. Если вдруг у вас не оказалось сахарной пудры, то обычный сахар тоже подойдет.
просто с сахарной пудрой делать удобнее. Она быстрее растворяется, перемешивается. Погружаем сюда 200 грамм сметаны. Сметана желательно жирная должна быть. Тут у меня 20%. Если будет больше 20%, еще лучше. Сливки нужно брать 33% жирности. Так, сливок у нас сюда пойдет 150 миллиграмм. Так, сливки у нас смешались. Дальше мы сюда опускаем 2 яичка. Яйца я взял СО, отборные. И начинаем их сюда вмешивать. Дальше, ребят, ванильный сахар. Ванильный сахар, кстати, покажу. Вот этот Доктор Откер с натуральной ванилью, с молотым стручком ванили. Мы даже потом увидим такие черненькие вкрапления. Вот всю пачку сюда высыпаю. Вот видите, здесь сахар и молотый стручок ванили. Вот так это выглядит. Сейчас это все смешается. Цедра лимона. Цедра одного вот такого лимона. Вот он у меня в руке лежит. Мы его сейчас пошинкуем. Все, ребят. Я возьму ножик. Покажется, друзья. Я возьму нож и еще ее измельчу. Ну, это мое решение, можно этого и не делать. Вот. И теперь всю ее вот эту вот красивую желтенькую отсюда вот. Дальше берем лимончик и выжимаем пол лимона. Нам нужен сок лимона. Пол лимона будет достаточно на наш чизкейк. Так, если такой хороший лимон, ни одной косточки. Вот так. Так, сок лимона. Размешиваем. Так, ребят, и для того, чтобы наш чизкейк при выпекании не развалился, не раскрылся, мы добавим сюда 2 ложечки крахмала. Вот, можно кукурузный, можно картофельный. В моем случае картофельный крахмал. И также все это дело хорошо размешиваем. Так. Давай, снимай. Снимаешь? Так, ну все, ребят.
прошел 30 минут на температуре 180, 30 минут на температуре 150. Теперь мы его не достаем. Он остается у нас в духовочке. Мы просто вот так вот оставляем духовочку открытой. И он у нас пускай там стоит, остывает. Ну, может быть, час, где-то так. Ну все, ребят, достаем. Опа. Вот видите, он у нас маленечко потряхивается. Это значит, он готов. Так, что мы делаем? Мы сейчас его аккуратненько. Убираем. Ренька, снимай с той стороны. Ребят, вот этот чизкейк нам нужно с вами поместить в холодильник для того, чтобы он остыл. Но для фотографии можно сделать вот так, украсить его листьями мят. В холодильнике он должен простоять, ну, минимум час. И тогда у него будет обалденный, такой обалденный нежный сырный вкус. Ой, вот, ребята, смотрите, красота какая. Ребят, обязательно попробуйте это приготовить, потому что это очень вкусно. И готовится очень просто. Всем приятного аппетита, спасибо за ваши лайки, просмотры. Подписываемся, оставляем комментарии. И если вы приготовите это, обязательно поделитесь, отметьте меня. И я всем говорю пока. Доча тоже говорит пока. Вероника, дочку сними.